Когда зрители приходят в театр, одна часть спешит скорее в зрительный зал для того, чтобы занять свои места, другие отправляются в театральный буфет для того, чтобы перекусить после работы. Начинаем наш театрально-кулинарный обзор с театра оперы и балета. Буквально через 2 часа здесь начнется спектакль, и в буфете, кажется, уже все готово. Здесь все в лучших театральных традициях. Бутерброды с икрой, с рыбой, с колбасой и с ветчиной. Прага, тропикана, корзиночка, обычная буше с курагой, тирамису и медовая. Но ассортименту пирожных здесь позавидует любая кондитерская, мне кажется. Яна, скажи, а сколько стоят пирожные? Все пирожные у нас ровно по 50 рублей. А бутерброды у нас есть с икрой и рыбкой, они стоят 60 рублей. А бутерброды с мясом и колбасой 40 рублей. Вкусно, но мало. Итак, мы уже в музыкальном театре. О том, чем угощают здесь, расскажет нам Анастасия. У нас рулядо очень вкусная. Многие приходят и... Если рулядо нет на барной стойке, как бы это дико для посетителей, для наших. Они привыкли уже к нашему ассортименту. То есть уже, в принципе, есть даже такие, которые уже требуют прям. В этом буфете признаются самое популярное блюдо. Это сэндвич «Северное сияние». Всего за 35 рублей здесь вам и булочка с кунжутом, и колбаса, и огурец, и даже салат. Ассортимент очень большой по сравнению с другими театрами. Поэтому тут смысла, по-моему, не имеет вводить что-либо новое. Здесь же, в музыкальном театре, мы нашли очень удобную услугу. Называется «Стол-заказ». Что это значит? До начала спектакля вы можете сделать заказ, оплатить его, и к началу антракта ваш стол будет уже накрыт. Очень удобно, учитывая то, что антракт длится всего 20 минут. А вот у кого свой подход к организации питания театралов, так это у театра юного зрителя. Они полностью ликвидировали буфет в привычном его проявлении и пригласили бариста из дружественного кафе. Чем здесь можно перекусить, давайте сейчас узнаем. Стаканчик американо или капучино обойдется в тюзе в 70 рублей. Маффин к нему 50 рублей. Получается 120 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Пока из десертов можно предложить только маффины, шоколадные, черничные. Но в дальнейшем планируем расширять какой-то ассортимент. А бутерброды с икрой не просят, там, я не знаю, с рыбой? Постараемся отойти от этого формата и, возможно, что-то предложим, но уже в какой-то иной форме. То, что вы увидите сегодня, это первый такой шаг – выйти из замкнутого пространства буфета, выйти в открытую гостиную, потому что нужно было набраться смелости, встать в не таком традиционном формате. Мы видим здесь изделия из дерева разные, прялки, например, пушки, подсвечники, которые видно, что изготовлены своими руками, но, тем не менее, они создают именно атмосферу, располагающую к уюту. Перефразируя классика, от себя добавлю, театр начинается с вешалки, продолжается в буфете, но заканчивается, запоминается зрителю, естественно, сценой.